Суд по делу о стрельбе на Староконном рынке перенесли из-за неявки подозреваемого и его адвоката. Напомню, что сам инцидент произошел в конце января. Одесситка Мария Постникова оказалась случайной жертвой драки между двумя незнакомыми ей мужчинами. Один из них прострелил ей ногу. Все это время женщина прикована к постели, а виновник инцидента фактически на свободе, под домашним арестом. Ну, я связываю это только с одним, так же, как его нежелание выплачивать компенсацию за причиненный вред человеку, так и просто уход его от ответственности. Больше никак. Я думаю, что он будет скрываться от суда и следствия, и это первый звонок. И виноват в этом, конечно, апелляционный суд, который разрешил ему тримание за побежный захід, обрав домашний арест, а не тримание під вартою.